вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И вы, наверное, уже знаете, что в лайки ходит такой тренд, что вы становитесь Феечка Винкс. И сегодня я вам расскажу и покажу, как же сделать такой тренд на iPhone и на Android. Ну что, погнали! А, стоп. Перед тем, как мы начнем, посмотрите лучше мой пример. Для этого видео нам понадобится обычная камера, где мы снимем наше видео. Чтобы смонтировать это видео на Android, нам понадобится KineMaster и PixArt, а чтобы на iPhone, PixArt и VideoLip. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в Инстаграме. А теперь погнали! Наложить в пиксарте крылышки и сапожки. Давайте снимем несколько дублей, чтобы можно было выбрать хороший. Поставлю камеру немножко дальше, включу видео и давайте снова. Вот так. Давайте еще один. Я тоже камеру еще немножко дальше отодвину. Так, чтобы мою руку вот так вот не закрывала, потому что будет некрасиво. Теперь можно вот, например, отсюда выбегать. Я про себя напевала музыку, теперь я выключаю видео и выхожу. А теперь можно приступать к монтажу. Зайдем в галерею, выберем видео, которое мы снимали, и сделаем скриншот там, где мы замерли. Для того, чтобы сделать скриншот, нужно удержать сразу две кнопки. Кнопку громкости и кнопку включения-выключения телефона. Дальше зайдем в PixArt и добавим наш скриншот. На нижней панели нажимаем на слово «стикеры». И в поисковой строке пишем слово «Винкс». Находим крылышки, которые вам нравятся, и выбираем их. Я выберу вот эти вот. Увеличиваем до нужного размера, а лишние части мы вытираем ластиком, который находится внизу. Поправляем все так, чтобы нас все устраивало. Таким же способом мы добавим сапожки. Thank you.
после того, как мы все сделали, наш рисунок можно сохранить. Зайдем в CoinMaster и добавим видео, которое мы снимали в обычную камеру. Обрежем ненужные части в начале и там, где мы начали замирать. Нажимаем на ножнички и выбираем «Обрезать справа». Дальше нажимаем «Мультмедиа», «Фото» и выбираем скриншот, который мы сделали в PixArt. У меня скриншот не соответствует размеру, поэтому я нажимаю на кнопочку «Zoom» и редактирую так, чтобы он мне подходил под видео. После этого я нажимаю мультимедиа и добавляю видео, где у меня находится звук. В панели инструментов листаем вниз и находим стрелочку, где написано «Извлечь аудио». У нас музыка отделилась, теперь видео нам не нужно, мы его удаляем, а звук перемещаем под наше видео. Теперь наше видео нужно отрегулировать так, чтобы оно совпадало с музыкой. После того, как мы все подстроим, наше видео можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, пропустить, и все наше видео сохраняется. В некоторых CoinMaster'ах нужно нажать на значок «Поделиться», и только потом оно сохранится у нас. Заходим в программу VideoLib. Эта программа только на iPhone. Добавляем видео, которое мы снимали в обычную камеру, и добавляем скриншот. Ползунками регулируем наше видео, обрезаем где ненужные части, подстраиваем наш скриншот, чтобы он совпадал по размерам с видео. Также в эту дорожку мы добавим видео со звуком, который нам нужен. На нижней панели ищем аудио и выбираем слово «отделить». Видео, от которого мы отделили звук, нам уже не нужно, мы его удаляем. А звук перетаскиваем под наше видео и подстраиваем видео так, чтобы совпадало со звуком. Также в этой программе можно добавить яркость и цветность. После всего мы можем сохранить наше видео. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу и сохраняем. Очень понравилось, и вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.